Всем привет! Я сейчас приехала в Walmart, Саша меня привез в аптеку. Мне по рецепту выписали лекарство, у меня голова кружится, вот от головокружения. И сейчас я вам покажу примерно, как это работает, и немножко поснимаю витамины, которые здесь в Walmart и БАДы продаются. Вот, так что, кому интересно, обязательно не забывайте подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пошли посмотрим. Вы знаете, наверное, что в США лекарства выдают только строго по рецепту. Антибиотики и многие остальные. Аптека. Вот. И у нас аптека в Walmart. Сейчас я заберу лекарства. Ага, окей. The other one is a meclizine. Yes, I take it. Thank you. Вот видите, мне выдают бумажечки. Это железо новое мне выписали. Вот. Глюконат какой-то. Вот, и второе лекарство от головокружения. Как в фильмах показывают, тюбики. Такие. Все, забрала я свои лекарства, которые мне врач выписал. Заплатила за это $28. А теперь давайте посмотрим, что же у нас здесь в аптеке в Walmart. Как вы можете видеть, кто смотрел наши видео раньше, если не смотрели, я оставлю где-нибудь вот здесь вот на экране ссылочку. А в Walmart огромное количество БАДов, там больше упаковки, но там ограниченный выбор. Здесь, как вы видите, выбор просто колоссальный. И, наверное, все, что нужно, все мы можем здесь подобрать. Я вот, например, для меня было недавно открытие, я не знала, что даже валерьянку я заказывала из России. Вот она, валерьянка, то есть можно купить в Walmart. 3,96, 100 таблеток стоит. Вот снотворное какое-то, Sleep Aid формула. Тут и магнезиум, это успокоительные, видимо, травы всякие. Мелатонин 3,96. Многие любят. Ребенок у меня сейчас пьет вот Kids пробиотик. Оли, витамины Оли. Они популярные. Здесь в Америке тоже. Цена вот $13, получается упаковка 70 штук. Есть поменьше, по 50 штук, но это другие формулы у них, видите, с успокоительным для улучшения сна, для сияющей кожи, коллагены, для иммунитета, энергия, пробиотики. Опять же, то, что вам нужно, то и можно подобрать. Витамины Центрум, я даже думаю, что не стоит на них акцентировать внимание. То есть это стенд с мультивитаминами. Опять же, по возрасту тоже можно всегда подобрать. Для взрослых витамины, для женщин, для мужчин делится. И есть, так вот я сейчас здесь не вижу, например, для старше, по возрасту, вот, например, женщины старше 50 лет, мужчины старше 50 лет, 7,97 витамины, здесь 65 таблеток по одной в день. То есть, грубо говоря, на 2 месяца приема. Вот эти, кстати, Alive, наверное, правильно, витамины. Тоже, видите, для женщин 50+, и 130 штук $16. А 69 для детей. Вот мне очень нравится марка Zarbis. Тоже у них очень хороший состав. И для сна. И у них здесь мультивитамины. Видите, для иммунной системы. И когда у нас корона начиналась, вот я Дане лично покупала такие витамины. Я, к сожалению, пришла в детский отдел сразу посмотреть. Я их не нашла. Самбукола. Как они? Black Elderberry. Вот, то есть они той фирмы были. Очень хорошие. Там и цинка, витамин D, и вот эта вот ягода, которая повышает эльдерберри. Я не помню, как она на русском называется. Подскажите мне, пожалуйста. Для поднятия иммунитета очень хорошие, очень полезные ягоды. Вот сразу о детском. Вот эти сиропы натуральные, они есть дневные, ночные, просто дневные, с натуральным медом. Классные вот здесь леденцы при воспаленном горле, знаем, холс. И вот в таком виде чупа-чупсы. То есть, если у ребенка, например, какой-то стоматит, болит горло или что-то, то есть вот эти вот чупа-чупсы, да, немножко помогают облегчить симптомы.
вот, немножко обладают каким-то противовоспалительным действием. Не знаю, но нам помогают. Может быть, психологически ребенок там, не знаю, болячка какая-то во рту, дай мне, и мне поможет. Не знаю, но у нас всегда есть тоже в нашей аптечке, и это супер вещь. Есть еще другой фирмы, опять же, вот сейчас я не вижу. Вот, в общем, есть из чего выбрать. Видите, ряд для сна, для иммунной системы, от кашля. Вот этот ряд для уменьшения температуры, от аллергии препараты. Огромный выбор тоже. Потом микроклизмочки. Вот грейпвотер, это от колика детских, очень хорошо помогает тоже. Это как вот укропная водичка, наверное, знаете, в России покупали. Я возвращаюсь ко взрослому отделу с различными лекарствами. Вот, то есть можно поставить на паузу, вдруг я что-то пропустила, и, естественно, я каждый не буду препарат перебирать. Вот, но вы можете всегда поставить на паузу и посмотреть, что сколько стоит. Вот, вот эти вот Calm, это очень хорошее тоже средство. Опять же, в Костко огромная банка, но это там в таблетках. Они стоят по $20. Это для детей старше 4 лет и взрослых. Успокаивающий тут магний, карбогидрат. Не знаю, что это такое, честно говоря. Магнезия, самое главное. Она действует успокоительно. Вот. Вот. И здесь вот целый ряд снотворных, успокоительных. Опять же, это все растительного происхождения. То, что в свободном доступе. То, что абсолютно не запрещено и может использовать каждый человек. Да? То есть все, что опасно может быть и нести за собой какие-то последствия, только вот там можно брать в аптеке. То по назначению врача. А гинкобилоба наша, помощь памяти, 240 таблеток, $11. Вот экстракт гинкобилобы, $9, 90 таблеток. И видите, еще уму и памяти помощь. То есть здесь, наверное, какой-то комплекс идет. Fish oil, 300 таблеток, $14, 1000 миллиграмм. То есть вот здесь вот пошли уже омеги. Вот, кстати, по мозгам, посмотрите, не по мозгам, да, для помощи мозга. Вот огромное количество, выбор лекарств. Фокус-фактор и Неурива, я не знаю, честно говоря, вот эти препараты первый раз вижу. Но, судя по цене, должны быть какие-то вау. Вот, кстати, здесь, видите, для зрения формула 50+, возраст и просто формула. Вот, литеин, он, по-моему, для глаз. А, вот iHealth, да, для здоровья глаз препараты. Очень хорошо помогает. Здесь это все суперфуды. Я не читала, не покупала. Подозреваю, что это для приготовления коктейлей. Может быть, для тех, кто на диете. Для восполнения какого-то недостатка витаминов. Может быть, в осенне-зимний период. Вот, 50. То есть, насколько я знаю, там... Одна доза содержит, да, суточный прием необходимых всех овощей и фруктов. Это масло конопли, по-моему, идет. Каннабис. $14. Это яблочный уксус. Я или вот, наверное, позже я сниму видео, какое мы делаем с яблочным уксусом, используем по утрам воду. Вот, касторовое масло, видите, различные тоже и в таблетках, и так, пробиотики. Вот уже, знаю, что вот эта фирма хорошая, Renew Life, по $17 пробиотики. Культурелли тоже хорошие, про эти ничего не могу сказать, я, честно говоря, не слышала, не знаю. Пошли дальше, витамины группы В, тоже В6, В12. Дозировки различные, по миллиграммам различные формы, то есть это таблетки, конфеты, мармелад, суперкомплексы с витаминами В. Видите, какие-то уже даже жидкий витамин В. И биотины.
Вот мои пришли, привет. Да, привет. Так, вы уже мяч нашли, я смотрю. Да, мы про это даже немножко сняли. Да? Ну ладно, тогда я тут продолжу. Так, продолжаем. Проводила своих, пошли они пробивать на кассу. А я пока закончу видео. Вот, то есть здесь витамины группы В и пошла D. Пошли витамины D, D3. Вот цены тоже, опять же, разные формы, разные марки. Вот мы сейчас вот такой пьем, в Костко я брала. Витамины Е, витамин К. Видите, жидкий тоже витамин Е, кстати, очень удобно, да? И что-то делать там, и не знаю, крема даже приготовить. Магний во всех формах тоже, опять же. И железо. Вот. Препараты железа. Препараты магния успокаивающие, тоже различные формы. Вот препараты кальция. Вот, все можно, если что, даже на паузу, если интересно, кому-то поставить. И надеюсь, что цены видно, в общем-то, неплохо. Вот. Это тоже Азо, это на Херб тоже продаются эти препараты для женского здоровья. Вот, хорошие отзывы. И здесь уже красные дрожжи, корень имбиря, аргинины, карнитины, глютамины, лизин. А вот смотрите, sunflower лецитин, это подсолнечник, лецитин. В общем, тоже классная штука. У меня есть в порошке. Добавляю детям в кашу. Когда они едят кашу или когда мы делаем какой-нибудь молочный коктейль, добавляю, они даже не замечают. Вот это вот, если я не ошибаюсь, это, по-моему, не маточкино или молочко. Мне кажется, это маточкино молочко. Надо посмотреть. Вот, видите, какой-то детокс. Эхиноцея. А, масло, кстати, я снимала. Кокосовое масло. Посмотрите, кокосовое масло даже есть в капсулах. Я, кстати, первый раз такое вижу. Прикольно. Вот. Корица. Корица в капсулах. Капсулы точно такие. Убить можно, мне кажется, такими капсулами. Ой, мама родная. Здесь я уже снимала. Здесь у нас омеги различные. И различных видов рыб, и креветочное масло, и красные рыбы, салмон. Вот я все время говорю, беда, что еще по-английски не выучили, а по-русски уже разучиваешься говорить. Вот, и последнее, это для суставов, для спортсменов, различные, в общем, для улучшения работы суставов. Глюкозамин сульфат, глюкозамин хондроитин. Вот. Тоже хорошие препараты. В общем-то, они достаточно эффективные. Мы своим родным отправляем. И вот я сама лично не пила, а Саша пил. Кстати, хочу остановиться еще. Опять же, вот, может быть, кто-то с iHerb заказывает. Вот об этом хочу почитать. Ничего не знаю. Это очищение 3 дней. То есть для очищения кишечника. Ты пьешь здесь 6 капсул. Или это 3. Ой, простите. Здесь 6 капсул. И ты принимаешь 3. А, ну, в общем, 2 утром, 2 вечером в течение 3 дней. И у тебя наступает очищение кишечника. Очень полезно. $7. А вот это вот 7-дневный Ultimate Cleanse. $9. Это препарат тоже для очищения. Детокс такой своеобразный для кишечника. Вот это различные виды клетчатки для помощи пищеварения, для улучшения решения всех проблем. Соки алоэ вера, эпсом соль. Вот она получается 3,63 килограмма, $5. Кто знает, наверное, что она очень полезная, и она успокаивает. Хотя разные ходят в интернете споры по этому поводу. Видите, магнезиум сульфат. Шарные хвалят очень лосьоны вот этих каламин.
И кто знает, они в России тоже есть. Вот я, например, не знала, у нас было подозрение, что да, они ветрянка еще в России. Я начала читать. То есть каламин, они уменьшают зуд, воспаление. Очень хорошие, замечательные лосьоны. Вот, один точечно, один, по-моему, общего действия. Вот, от укусов мази. А, бенадрил тоже различный. То есть вот их огромный выбор, то есть стоп-часотки, помогают убрать зуд и уменьшить какие-то воспаления, да, вот опять от покраснения, от всего. Кортизон знают мазь. И вот здесь вот чудесные мази с антибиотиком. Вот это вот самая простая, самая такая дешевая. Вот у меня волшебный крем в косметичке. Я всегда, Даня падает, ударяется или еще что-то. Я ему говорю, Даня, давай сейчас волшебным кремиком помажем. То есть это вот эта мазь или неоспорин в любой форме. То есть какое-то воспаление, где-то ранка поранился на улице, да, когда ты не можешь ничего нормально очистить или сделать. Вот это вот классная супер помощь первая. Такие раскрученные сейчас препараты для помощи иммунной системе, это Airbon. Вот 12,97. Я так подозреваю, что любой вариант. Но могу, конечно, ошибаться. Вот здесь различные фиксационные предметы для лечения, для помощи, может быть, там вывих суставов, переломы поддерживающие, видите, для ног, для рук, для коленей, для что-то упало. Кармакс популярный, 2,74, очень любимые, всеми любимые. Вот это считается мази, они при герпесе хорошо помогают, бальзамчики. Ну и в завершение, вот последний стенд, это пластыри для лечения различных видов растяжений мышечных болей, да. Очень хорошо помогает, и некоторые девчонки пробовали, нравятся, и прям по несколько упаковок заказывают, вот, например, Санопласт пластыри. У нас у самих здорово, Кириллу, если спина где-то болит, что-то не так, а наклеил пластырь, помогает. Понятно, что это не лечение, не решение проблемы, но облегчает симптомы очень хорошо. Вот. А здесь различные препараты уже от Эленол. Это как ацетаминофен, да, жаропонижающее, противовоспалительное. Препараты Advil очень хорошо помогают. Advil — это ибупрофен в составе. И даже, смотрите, целый стенд отдельно для решения каких-либо гигиенических проблем с ногами. От пилок, мозолей, пластырей. Видите, различные вот убирать и мозоли на топтыши, и закрывать их, прикрывать. Различные формы всего. Стельки ортопедические тоже вспомогательные. Это все тело для пудра для тела. Ну, я так понимаю, как тальк, присыпка. Но тоже смотрите, какой выбор, ассортимент. И постоянно пустеют полочки, то есть это нужно. Здесь, я так понимаю, лечение грибка стопы и убирание мозолей, воспалений тоже. И на топтыши, то есть очищение ног, делать их мягкими, красивыми, нежными и так далее. Здесь еще, конечно, целая аптека, и снимать можно много-много. Так что вот так вот я вам коротко показала, быстренько, что у нас здесь продается в нашем соседнем Walmart. Вот. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте, ставьте лайки и подписывайтесь обязательно. Впереди еще много всего интересного. Ставьте колокольчик, подписывайтесь. Пока-пока, берегите себя. До новых встреч.